Удивительная собака с неуклюжей походкой и печальными глазами. Basset Hound. Название породы происходит от французского слова «бас», что означает «низкий». Именно из-за невысокого роста и появилось такое название. Благодаря своему уживчивому характеру и запоминающейся внешности она популярна во всем мире. Эти собаки умны, доброжелательны, неприхотливы. А благодаря средним размерам идеально подходят для содержания в городской квартире или частном доме. Так как бассет-хаунды изначально выводились как охотничьи собаки, у них сохранился соответствующий природный инстинкт. Поэтому они всегда норовят погнаться за потенциальной добычей. Особенности кожного покрова, а также длинные уши, свисающие до самой земли, дают бассету прекрасную возможность учуять добычу и, соответственно, догнать ее. У представителей данной породы очень развито обоняние. Именно за эти качества бассеты ценятся охотниками. Особенность бассетов – коллекционирование запахов. Если они учуют что-то в земле, оторвать животное от любимого занятия будет очень проблематично. Очень важно приучить собаку команде «ко мне». Из-за того, что лапы бассета короткие, они не способны так быстро передвигаться, как другие крупные собаки. Но для охотника это очень хорошая особенность, ведь животное может незаметно подкрадываться к добыче. Еще одной особенностью собаки, которая весьма удобна владельцам-охотникам, является длинный хвост с белым кончиком. Он позволяет видеть собаку даже тогда, когда та находится в высокой траве. Собаки этой породы имеют громкий голос, их лай отчетливый и пронзительный. Он распространяется на дальние расстояния. Можно говорить о том, что эти собаки не лают, а воют. Также они способны своеобразно бормотать, привлекая таким образом к себе внимание. Бассеты не любят находиться долгое время в одиночестве. Если питомца надолго оставить одного, то он, безусловно, будет скулить. Бассеты очень выносливы. Вы можете спокойно отправляться с ними на длительные прогулки. Тем более это позитивно скажется на здоровье собаки и предупредит увеличение веса. Прогуливаясь с питомцем, не забывайте, что бассет – охотничья собака, поэтому он любит выслеживать. Не гуляйте без поводка, иначе рискуете тем, что ваш любимец может погнаться за потенциальным трофеем. Бассет-хаунды являются любителями покушать. В домашних условиях не проявляют особого желания к активным занятиям. Это становится причиной ожирения, которое в свою очередь приводит к проблемам с опорно-двигательным аппаратом. Бассет-хаунды не очень требовательны к уходу. При достаточном внимании они будут чувствовать себя комфортно даже в небольшом помещении. Для содержания в квартире следует выделить животному личное место, подходящее по размерам и желательно мягкое. Необходимы ежедневные прогулки на свежем воздухе. Собака практически не нуждается в профессиональном груминге. Уход сводится к регулярному расчесыванию щеткой. Бассеты сильно пускают слюни. Слюни у них текут часто, а при движении разбрызгиваются. После прогулки или приема пищи необходимо протирать мордочку салфетками. Порода отличается хорошим здоровьем, но предрасположена к следующим заболеваниям – вспучиваниям, ушным инфекциям, болезням глаз, проблемам со спиной. Сколько живет бассет-хаунд? В среднем 12-15 лет. Владельцы бассет-хаундов отмечают, что у них много плюсов. Это преданный друг, компаньон. Он любит копировать поведение хозяина и всегда сопровождать его. Пес делает все, чтобы любимый хозяин был счастлив. Это прекрасные няньки, хорошо уживаются с детьми. Бассет-хаунд никогда не укусит ребенка, не обидит его, даже если тот причиняет ему боль. У них очень чуткий нюх. На носу этих собак около 20 тысяч рецепторов. Хорошие охотничьи качества позволяют даже без специальной дрессировки использовать пса для охоты на птиц или мелких норных животных. У собак этой породы уравновешенный, спокойный характер. Бассеты не суетливы, не агрессивны. Они не привередливы в питании. Большинство собак этой породы едят все. Важно также знать, что бассеты очень упрямы. Если они не хотят что-то делать, заставить их невозможно. Несмотря на популярность бассет-хаундов, эта собака подходит не всем. Не рекомендуется заводить ее в качестве первого питомца, так как уход и воспитание требуют опыта. Бассет-хаунды выбирают себе одного хозяина, которого может слушаться. С остальными будет вести себя так, как ему захочется. Не подходит порода тем, кто постоянно на работе, не имеет возможности выгуливать животное и общаться с ним. Бассеты – это необычная порода. О них есть много интересных фактов. У бассет-хаундов самые длинные уши. Это зафиксировано книгой рекордов Гиннесса. При ходьбе они могут волочиться по земле. В Великобритании этих собак называют диванными атлетами. Они любят проводить время на мягком диване. Передняя часть тела собаки крупная, а лапы короткие, поэтому бассеты не умеют плавать. Эти собаки очень неаккуратны во время еды и питья. Специально для них придумали закрытые поилки. Из-за коротких лап им неудобно ходить по лестницам. Владельцы бассет-хаундов часто берут их на руки во время спуска и подъема.
Несмотря на вечно печальный вид и кажущуюся неповоротливость, бассеты – это жизнерадостные, веселые собаки. Они активные, игривые, выносливые. Основное достоинство характера бассет-хаундов – в их добродушии. Он станет ласковым, нежным компаньоном для взрослого человека, заботливым защитником для ребенка, другом для других домашних животных.